Специально для любителей техники в Телеграме был создан канал о технике с консервацией хранения. Госрезерв ежегодно распродает огромное количество техники без пробега эксплуатации. Это грузовики ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ и так далее. За очень дешево. У нас на канале «Техника с консервацией хранения» мы публикуем уникальные предложения о покупке такой техники. Подписывайтесь, ссылка в описании. Вы даже не представляете, какую редкую модификацию грузового автомобиля ГАЗ-66 «Шишига» сейчас продают в Германии. Согласитесь, сложно сейчас нас удивить горьковским грузовиком ГАЗ-66 по прозвищу «Шишига». Это советский полноприводный армейский двухосный грузовой автомобиль, до сих пор на хорошем счету. Пару дней назад в Германии появилось объявление о продаже советского грузовика в очень редкой модификации. Машина обеспечения, заправщик 5L22 на базе ГАЗ-6605 с низкопрофильным кузовом. Данный комплекс предназначен для обеспечения и обслуживания снабжения топливом. Для этого специально был придуман оригинальный низкопрофильный кузов округлой формы. Грузовиков с таким кузовом было изготовлено очень мало. Вероятно, многие из вас данную машину увидели впервые. Судя по состоянию, машина в полной комплектности. По всей видимости, «Шишига» пребывала в длительном хранении. Стоимость такой редкой «Шишиги» 11 500 евро. Это 1,5 миллиона рублей. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. Кстати, а вы ранее видели такую модификацию? На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!